Как вычесывать жесткую шерсть дратхаа? Я пользуюсь для этого тремя инструментами. Для начала всем знакомая самая обычная пуходер. Она для удаления репьев и кошек из бороды. Тримминговочный нож. Но, несмотря на название, он ничего не режет. И последний инструмент – металлическая скребница для удаления шерсти по корпусу. Заманиваем собаку в ловушку. Начинаем с морды. Пуходеркой аккуратно, начиная с краев, вычесываем все, что прилипло к бороде и ушам. Дальше в дело идет тримминговочный нож. Благодаря очень частым зубчикам с грубой поверхностью, он помогает захватить скользкие отмирающие шерстинки. Еще раз повторюсь, он ничего не режет. Большим пальцем немного заламывайте шерсть, которая попала в зубчики, для лучшего сцепления. Этим инструментом я обрабатываю голову и уши, быстренько пробегаюсь по корпусу. Вы можете обработать такими щипками весь корпус, но это достаточно долго. Для спины и боков я использую скребницу. Принцип работы аналогичен. За счет грубых зубчиков происходит захват жесткой шерсти. Размер зубчиков подбирайте, исходя из густоты шерсти. Зубчики не должны касаться кожи. А в следующий раз мы поговорим про выбор рациона для собаки.